Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Сериал является ремейком корейской дорамы «Тайна любви». Он рассказывает о наивной и добродушной девушке по имени Мирьям, которая работает на станции, а в свободное время помогает отцу выпекать хлебные изделия. Женихался к девушке прокурор, и они хотели сыграть свадьбу, и уже строили планы на будущее. Все разрушилось у них, когда тайно автомобиль сбил на смерть девушку, и Мирьям ради жениха все взяла на себя. Так как уже наверняка вы посмотрели шестую серию турецкого сериала «Мирьям» на русском языке, вы с нетерпением ожидаете даты выхода седьмой серии, которую можно будет посмотреть 13 сентября.